Я тут же им начал звонить, как у них дела, как их здоровье, самочувствие, все. И они мне говорили, что у них все хорошо. Они выслали на охрану общественного порядка для того, чтобы предотвращать факты мародерства, преступления в отношении отдыхающих и помогать людям, которые попали в беду. Вот. Они сами не пострадали, с ними все хорошо.